Galaxy, ну как же не показать Galaxy в конце сезона? Кисть художника. Видите, да, кисть художника, желтый, белый, зеленый, штрихи. То есть, ну просто вот что-то такое. Ай-яй-яй-яй-яй, как же это все вкусно. Посмотрите на это Galaxy, посмотрите на эти тона, полутона, какой красивый окрас. Я обожаю эту хост. Это одна из первых дорогих хост, которые я себе позволила. И знаете, когда она весной вышла, потом я поняла, что ей там не нравится. Я ее давай пересаживать. То есть я практически 2 года с ней носилась, пока я нашла ей. Нет, соврала, 2 года. Потом я здесь все наблюдала, как же она растет. Но здесь ей очень нравится. А мне нравится, что нравится ей. То есть вот такой вот окрас имеет моя Galaxy. У меня уже несколько деленочек. Я уже там пообрывала листики, потому что начали желтеть. Что-то она рано собралась на покой. Но, ребята, влюблена. Влюблена, как во все свои хосты. Посмотрите. И знаете, вот, не, ну может быть, потому что я борюсь со слизняками. Но мне почему-то показалось, что они на нее особо не нападают. Ждала семена от нее, она бессовестно не захотела меня порадовать семенами, поэтому буду без деток Galaxy. Но боже, какой лист, смотрите, как красиво на ножечку заходит. Так что вот такая вот Galaxy с красивым темно-зеленым окрасом сейчас. То есть у нее летом у нее такой более яркий, нежный тона зеленого. А сейчас зелень такая глубокая, красивая зелень. И на ней желтая с белым проявляется просто так. Знаете, аж так, ух. Видите? Я хожу в резиновых сапогах, термашках, которые, что у нас сегодня очень-очень холодно. Может быть, поэтому работать не особо хочется. Galaxy.